Квириты – это не металлические твердые магнитные материалы, химические соединения оксида железа с оксидами других металлов. Квириты обладают низкой электропроводностью, отличаются малыми потерями на вихревые токи и высокой намагниченностью, благодаря чему они получили широкое применение в магнитные материалы, радиотехники, радиоэлектроники и вычислительной техники. Квиритовые сердечники изготавливаются из керамических материалов, в состав которых входит окись железа с добавлением окисов марганца, цинка и других металлов. Они могут обладать самыми низкими потерями по сравнению с сердечниками из других широко применяемых материалов из-за их низкого остаточного намагничивания и высокого удельного сопротивления. Благодаря этому ферритовые сердечники представляют наилучший выбор для трансформаторов в диапазоне частот от 1 кГц до 1 МГц. Обозначение марок магнитомягких ферритов следующее. ВН – высокочастотный никель-цинковый для слабых магнитных полей. ВНП – высокочастотный никель-цинковый для перестройки частоты. НН – низкочастотный никель-цинковый для слабых магнитных полей. НМ – низкочастотный марганец-цинковый для слабых магнитных полей. НМС – низкочастотный марганец-цинковый для сильных магнитных полей. МО – пермалоевые сердечники для трансформаторов и катушек индуктивности, производят из сплава, состоящего из молибдена, никеля и железа. МО-пермалой – наилучший материал для фильтров звуковой частоты, среднечастотных низкоуровневых резонансных контуров и вкладывающих дросселей, переключаемых источников питания. МО-пермалой сердечники можно использовать в мощных резонансных контурах, работающих в области насыщения на частоты до 3,5 кГц. Это самый лучший материал для трансформаторов тока в диапазоне от 10 кГц до 1 МГц, особенно если необходимо выдерживать большие постоянные токи. Обозначается МО-пермалой буквой P. Число в наименованиях марки феррита обозначает номинальное значение начальной магнитопроницаемости. Например, М2000НМ – низкочастотный марганец-цинковый с номинальным значением магнитопроницаемости 2000. В нашем ассортименте представлены различные формы ферритовых сердечников. Кольца обозначаются буквой К – полукольца, ПК, пластины – П, стержни – С, резьбовые подстроечные сердечники – ПР, транслюкторы – ТР, Ш-образные сердечники Ш, КВ-сердечники КВ. Более подробно с этой продукцией вы можете ознакомиться на нашем сайте.